Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем восьмой лекции. Тема дифференциальные исчисления функций одной переменной, производные и дифференцируемость функций, таблица производных, правила дифференцирования, производные и дифференциалы высших порядков. Правила Лапутяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Дальше по порядку. Производные понятия. Правило нахождения в производстве, таблица производства. Определение. Производные функции y равно fx в точке x0 называется предел отношения при вращении функции дельта y в этой точке к превращению аргумента дельта х, когда дельта х производным образом стремится к нему. И математически записываем. Е' х0 равно лим. Дельта х стремится к нему.
Дельта Y делено на дельта X. Равно влив. Дельта X увеличится влив. Вместо дельта Y пишем от равности. В этой точке при вращении. Fx0 плюс дельта X минус Fx0 делено на дельта X. Это называется произвольный. Вот определение слова, а словесные здесь математические языки. Далее. Произвольное обозначается символами разных учебников по-разному. E'X или Y'X или DY под X. То есть Y подобно X. С вами показывают, что произвольные функции. Конкретные значения производной 3x равно а обозначается e штрих тут штрих плохо видно а или y штрих прямая линия x равно а. Это обозначение производной, которое имеет значение в данной точке А. Геометрический смысл производной. Геометрический Y'X0 представляет угловой коэффициент касательный к графике этой функции в точке x0. То есть при данном значении одной единицы производная равна тангенсу угла, образованного касательно к графику функции fx в соответствии точки m0 с координатами x0 и y0 и положительным направлением оси ox. То есть f'x равно тангенс сигма. Некоторым ученикам пишут пи. Некоторым ученикам пишут альфа. Далее. Правильно нахождение производных. Применяя общий способ нахождения производной с помощью предела можно получить пристекающие формулы дифференцирования. Пусть u равно ux, v равно vx, две дифференцируемые функции от переменной x. Тогда первое правило. От с производной равно нулю и с константа. Константа, то есть постоянный. Далее второй. С умножено у от них производной. С умножено у штрих. То есть, если под производной есть число постоянное, можно вынести. Два производного. Дальше третий. У плюс два штрих. За скобки. Равно у штрих плюс два штрих. Ну, если минус также, четвертый, умножено в штрих за скобки, равно у штрих умножено на в, плюс у умножено на в штрих. Пятый, у делено на в, если в не равно.
Одних штрих, то есть производный равно числительное у штрих нужного минус у нужного штрих, деленного в квадрат. Вот основные правила нахождения производных. Далее, если функция u равно ux имеет некоторые точки x, производные, и u штрих x равно u штрих x0, а функция y равно fu имеет в точке u0 производную y' равно f' u0, то сложная функция y равно e u x в указанной точке x0 тоже имеет производную, которая равна y' равно f' у 0 умножено у x в у' x 0. Где место у? Место у на основе подставленного выражения у равно у x. Если для функции y равно если для функции y равно f существует обратная функция x равно gy, которая в некоторой точке y имеет производную g' y0, отличную от нуля, то в соответствующей точке x0 равно gx0, y0, функция yfx имеет производную f'x0 равную единице отделенной g'y0, то есть справедливо формула f'x равно единице отделенной на g y0. Это взаимообратные функции, когда мы находим производные. Далее. Логарифмические дифференцирования. Дифференцирование многих функций упрощается, если их предварительно пролагарифмировать. Для этого поступает следующий образ. Если требуется найти y' из уравнения y равно fx, то можно следующий термин пролагарифмировать количество уравнений по основанию e, то есть логарифм y равно логарифм fx, и это можно записать как gx. Далее второе
продифференцировать оба части равенства, считая, что логарифм – сложная функция функции от переменной x. Тогда единица, деленная на y, умножена на y', равно φ'x, это g'x. И выразить с этой последней основной записи y'. Тогда y умножится на φ'x. А это равно e'x и логарифм. Таким образом определяется производный от сложной функции. Логарифмическое дифференцирование применяется для обозначения производной от показательной степени функции. Это показательной степени функции пропущена степень пропущена. Это u равно 2. Степень u в степени 2 должно быть здесь. Где u уик 2 вик. Таблица производных. Объединим в одну таблицу все основные формулы и правила дифференцирования, выводные равные. Всюду будем полагать, что u равно ux, 2 равно ux. Все равно константа, то есть постоянно. Для производных основных элементарных функций будем пользоваться теоремой о производных сложных функций. Теорема это считаю только что не прошли сложных функций. Я расскажу. Вот эту формулу будем использовать. Ну, это таблица производного, это список формул, поэтому называется таблица производного. Здесь формула первый, пятый относится к правилу нахождения. То есть первый АС производного равна с константом. Второй, со нужно у производной, со можно вынести за знак производного, берем производный от у. От суммы двух функций производной у плюс 2 штрих, равно у штрих плюс 2 штрих. Два равна. Два. Пятый. У деленное на В штрих, это равно У штрих умножено на В и минус У умножено на В штрих, деленное на В квадрат. С этой формулы, пятой, можно вывести две простейшие формулы. Пята. У деленное на С. То есть это единица деленное на С, это постоянный, поэтому мы только берем производный от u. Пятый в, тоже с этой пятой формулой, с деленно на u штрих равно минус с деленно на u квадрат нужно u штрих. Вот основные правила, еще раз не повторили, нахождение производного. И добавили пункт А и пункт Б. Далее, таблица интегральная, начиная с шести. Шестого уровня. У степени альфа, где альфа постоянно, штрих, равно
альфа, то есть степень показателей первой группы, у степени альфа минус 1 и умножено у штрих. Альфа рациональное число, то есть постоянно. Седьмой. От Е степени У производной равно Е степени У умножено У штрих. Восьмое. А степени У производной равно А степени У умножено логарифм А и умножено на У штрих, где альфа положительное рациональное число. Девятый. От синус У производный равно косинус У У штрих. Это сложный принцип, это У штрих. Не забываем. Десятый. От логарифм У штрих равно единица деления на У умножено на У штрих. То есть аргументы производные. Это натуральный логарифм с основанием Е. Одиннадцатый. Логарифм вот с основанием А У штрих равно единица деления У умножено на логарифм натуральный А и умножено на У штрих, где А рациональное число, причем А не равно единице. Если единица равна, тогда логарифм А будет равно нулю. Тогда единица не заделена. Поэтому отвечаю. Двенадцатая формула. Опять синус У повторяется. Синус У производный косинус У умножен на У штрих. 13. Косинус У штрих равно минус синус У У штрих. 14. Тангенс У штрих равно единица деления косинус квадрат У и умножено У штрих. 15. Котангенс У штрих равно минус единица деленное синус квадрат У умножено на У штрих. 16. Формула. Арсинус У штрих равно единица деленное корень квадратный от 1 минус У квадрат умножено У штрих. 17. Арк косинус У штрих равно минус единица деленное 1 плюс У квадрат. Это неправильно. Здесь неправильно. Арк косинус это будет минус единица деленное на корень квадратный 1 минус У квадрат. И умножить У штрих. Восемнадцатый. Арктангенс штрих равно единица деленное 1 плюс У квадрат умножено У штрих. Арккотангенс штрих У, то есть арккотангенс У штрих равно минус единица деленное 1 плюс У квадрат умножено У штрих. Ну, а это и есть основные формулы нахождения производного с элементарных функций. 20-я формула. Показательные степенные функции. У в от них производный штрих. Тоже производный. Равно в умножено у в минус первой степени умножено на У штрих плюс У степени В умножено логарифм У В штрих.
Вот основные формулы производного. Ну, сейчас я исправлю тут. Так, здесь у нас должно быть корень квадратный. Один минус. Так. Сейчас минус. Ну, квадрат. Вот основные формы, которые нам понадобятся при нахождении производного от элементов функции. То есть у степени альфа, е степени у, а степени у, синус у, косинус у, тангенс у, котангенс у, арксинус у, арксинус у, арктангенс у, арктангенс у, и е степени у, а степени у. Основные формы. Дальше. Дифференциал функции. Правильно дифференцировать. Превращение дельта y в дифференцированную функцию. Y равно ефикости. Может быть представлено в виде суммы двух слагаемых. Дельта y равно f штрих, это штрих, x0 и умножить дельта x плюс альфа, это а, где а, умножить дельта x, из которой первые есть 3. f x0 не равно нулю. Главная часть при расширении линейная относительно дельта x, а второе альфа умножить дельта x бесконечно малая величина более высокого порядка, чем дельта x. Главная часть при расширении функции. То есть f штрих x0 умножить дельта x называем дифференциалом функции по точке x0 и обозначает через dy. Это обозначение дифференциала dy. Таким образом, если функция y равно x имеет произвольную f'x, то точки x, то производные f'x на произведение, так, неправильно что-то, то произведение производные f'x на превращение дельта x аргумента называется дифференциалом функции. И обозначается дельта y равно f'x умноженное дельта x. То есть мы здесь дельта x заменили на dx. dx.
И это и есть форма дифференциала функции. Теперь можно таблица дифференциала привести. Ну, это те же формулы, которые я показываю, начиная с 6 и по 19. Те же формулы повторяются, только в конце пишется dx. dx, dx, dx. А вместо штриха впереди до поставят. То есть синус x, если впереди пишется d, сколько синус x. Что будет равно косинус u, u штрих и dx. Таким образом пишется все остальные формулы. Таблица дифференциала. Далее, геометрический смысл дифференциала. Дифференциал функции fx, соответствующий данным значениям x и dx, равен превращению координаты касательной к кривой y равно fx в данной точке. Дифференциал сложной функции y равно f, для которой u равно gx, имеет точку dy равно f до u. Какой он имел вид, если преудобочный аргумент был независимый переменный? Это свойство дифференциала называется инвариантностью формулы дифференциала. Далее, производные дифференциалы высших порядков. Производная от первой производной называется производной второго порядка или второй производной от данной функции y равно fx и обозначается y два штриха или f два штрих x. Итак, y два штрих — это и есть от первой производной повторной производной. Тогда и от функции y находим вторичную производную. Производные n порядка от функции fx называется производная первое от производной n минус первого порядка. Я обозначаю символом y в степени скобки n или y в скобке nx. Это означает показывать не степень, а производную, показатель производной. Таким образом пишется формула y степени скобки n, то есть n не производный, равно производный от n минус первый. Производный. Сейчас попробуем поставить. Теперь правило правильно. Это нижнего порядка производный или высшего порядка производный.
Пока ноль не получится, можно найти производный заданный функции. Дифференциалы генного порядка от функции y равно fx называется d, это знак дифференциала. N, сколько это порядок дифференциала генного порядка, и функция y от функции y равно дифференциал от y n минус первого порядка дифференциала. Вот таким образом знакомим формулы дифференциала высшего порядка. То есть от первого дифференциал, который я показывал, можно найти еще один дифференциал. Тогда это будет второго порядка. И здесь это оказывается второй порядка x квадрат появляется. dx квадрат. Третьего порядка тогда dx куб. И здесь dx куб. Дальше. Так, таким образом рассмотрели производные и дифференциалы высших порядков. На практике на эту тему не будем работать. Далее еще одна важная формула. Это от производного выходит. Y приближенно равно Y0 плюс F'X0 умножено дельта X. Применяется для приближенного вычисления. Это первый производный от функции в точке X0. Здесь надо вам дома, сейчас я конспект отправлю на вашу почту. Надо это правило нахождения производного. И таблица производного, начиная по 20, надо переписать. Когда практические задания выполняете, они понадобятся. Поэтому лучше переписать. Да, у нас идет последняя минута. Кто вошел, я все отметил. Было 19, то есть 18 человек ушло. Двое вынесли. Все отметил. В этой неделе я уже не поставлю вам. Я уже опрос сделал. Смотрю текущий. В конце недели вы можете посмотреть. Вот он все. Ну, кто еще я не успел опросить, когда на практически далеки. Они выйдут, опросы делают. Если не выйдут, тогда.